За свои спортивные достижения 20 юных истюжан были удостоены поездки на президентские спортивные игры. 3 недели школьники провели на Черном море. Участие в подобных стартах – уникальный шанс для общения и обмена опытом ребят со всех уголков России. И всем нужно было выполнять и легкую атлетику, играть в баскетбол 3-3, играли в лапту, гандбол, как уже сказал, в городки, настольный теннис, шашки и плавание. Мы играли в лапту с Псковской областью, выиграли девочек. Потом играли с Красноярским краем, девочек не выиграли. Была очень сильная команда. Наилучших результатов удалось добиться нашим ребятам в гандболе. Они заняли 5-е место и легкой атлетике, 21-е из 84 представителей регионов. Все участники были награждены сертификатами и памятными подарками. Помимо соревнований, детям удалось и активно отдохнуть на Черном море. Впечатления у всех остались самые положительные. Есть что вспомнить и рассказать друзьям. У нас были каждый вечер огоньки, были дискотеки, была каждый день зарядка утром, были и другие мероприятия, в том числе и спортивные. Президентские спортивные игры направлены на укрепление здоровья, вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, приобщение подростков к идеалам и ценностям олимпизма, выявлению юных спортивных талантов. Устюжане уже 5-й раз принимают участие в них и показывают достойные результаты. Ангелина Батакова, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».